хочу сделать. Хотя у меня, я покажу сейчас быстренько, подытожу, каких уже не собирал варфреймов. Сам для себя даже. Давайте глянем. В общем, банши. Вот такая банши. Банши в клане в своем. Копировал чертежи. Валя. Валькирия. Вобан. Обычный на сигналах тревоги выбиваются чертежи. Магазин. Основной покупается чертеж в магазине. Вольт. Делал в клане его. Копировал чертеж. Вольт. Это все теногеновские скины. Гару, не скрою, я покупал. Гару и Гаруду я купил. Два варфрейма. Потому что для меня это очень сложно выбивать. И много времени тратить на Эдалоне и на Фортуне, чтобы выбить Гаруду и Гару на Цетусе. И на Фортуне, на Солярисе Гаруду. Я, короче, такая цель у меня была, я ее выполнил. И Гаруда. Очень интересные в плане геймплея варфреймы. Гара и Гаруда. Буду их докачивать скоро. И Зефирка. Зефирка мне понравилась. О ней поиграл. Так. Гара и Гаруда топчик вообще. Просто шикарно. Гидроид это супер варфрейм для фарма. Если еще у вас есть мод на ворующие щупальца, вообще топ. Гидроид Прайм. Зефирка сегодня наконец-то скрафтилась. Мне понравилось. В целом мне понравилась зефирка. Как ей играется. Мне понравилось. Инарос. Инарос, Теногения, египетская сила. Очень хорош, жизни много, живучий. Прикольный варфрейм. Лимбо. Один из моих любимых стал варфреймов. Когда я узнал, как пользоваться ими и играть. Два раза Shift в Limbo или на геймпаде L1 два раза входит в Limbo и считайте, что он бессмертный. Ну, так получается. Плюс можно кидать щит на другое пространство, на либо на Warframe, либо на, если это оборона, на любую цель. Limbo топ. Локи. Вещь, не вечный инвиз, а пока есть мана. Это надо уметь играть. В принципе, не сложно. Мирашка. Очень красивая, мне нравится. Интересный варфрейм. Неплохая ульта. Второй скилл на клонирование, да? Теневое клонирование. Раздвоение, как он называется? Короче, 4. И урон так же самый. Превращается в 4, но делится. Мэг против корпуса хороша. Магнита. Иными словами, это магнит. Сила. Некрос, сила мертв. Воскрешает. Воскрешает себе павших союзников. Павших воинов. Ну, некрос прайм. Просто больше полярности. Немножко сильнее. Быстренько мы пробегаемся по варфреймам, которые у меня есть. Нидус, спасибо Дон Димону. Очень мне понравился варфрейм. Сначала не понял, как им пользоваться, потом поиграл. Да, при зараженности, при вот этом зарядах, он встает практически тоже бессмертным. Очень сильная атака, очень сильный варфрейм. Четвертая ульта. Очень сильная, короче, вещь. Тоже очень хорош. Никс. Сильная ульта. В принципе, хороший очень тоже. Неджа. Неджа уникальный варфрейм вообще. По своей динамике, по геймплею. Интересный. Отличается геймплей. Кидает вот эту вот штуку сзади себя, круг. Можете телепортироваться в ту зону, куда он его кинул. Плюс ульта, он такие штыки, копья такие вылазит. Чш, всех там пигарит. Аберон.
Поддержка, атака, смотря какие билды. Суппорт хороший, Warframe в пати. Особенно, в принципе, на обороне, в суппорте. Или Тринити, или Оберон. Может быть, почему бы и нет. Октавия также самое. Очень хороший суппорт. Очень много бафов. Очень хороший. Здесь есть в пати, успех в пати этой улучшается в разы с Октавией. Также. Я ей редко играю, потому что я раньше играл Тринькой Прайм. И когда у тебя стоит больше варфреймов, ты уже просто выбираешь Ревенант, сила Эдолона, четвертая ульта, много маны нужно, в принципе, и, ну, каждый билд себе делает сам. Сильный варфрейм, хорошая ульта, плюс он может себе порабощать, так же самое, как и Некрос, на свою сторону, что-то типа вампира. Рино. На данный момент самый тяжелый варфрейм. Самая очень хорошая ульта станет всех. Вторая скилл, вторая способность, это накладывает щит на себя. Третья это баф. Рик, как он? Ров Зино. Зино. Ров Зино. Зино Зинаида. Ров Рино. Тоже что бафы, там добавляют к атаке, я уже точно не помню. Не буду утверждать. Я не смотрю сейчас на способки, я по памяти говорю все. Рино, им играю периодически, мне он нравится. Но многие скажут, что слишком банально, но иногда на оборонах это может помочь. Особенно новичкам Рино в первое время это топ. Скалибур, Рино, Эш. Ну, Эша, скажем так, это далеко не новичок себе позволит, Эш. Эш он... Хотя. Так, Сарина. Сарина тоже это... Это самый, наверное, один из мощных дамагеров, дэмидж-дилеров. Если в умелых руках, правильным билдами, это очень сильная вещь. Сарина Прайм, то же самое, Прайм-версия, больше полярности. Так, Тринька. Тринька, Тринька Прайм, Триня. Триня один из любимых моих суппортов. Один из любимых варфреймов вообще. No comment. Тоже все зависит от билдов. Как кто играет. Один из самых крутых суппортов, наверное. Энергия. Энергию она кидает, регенит. И хилит. И плюс воскрешает, если я не ошибаюсь. Четвертым скиллом. И лечит. И станет. Я тоже не буду утверждать. Я так по памяти сказал. Фрост хорош на оборонах. Так же самое, как и Гара. Так же самое, как и... Как кто? Фрост, Гара. Щит. Лимбо. А, Лимбо, да. Лимбо, Гара, Фрост. Если есть в команде, для обороны вообще отлично. Хрома. Это все зависит от билдов, от кто как настроит. Под какой цвет энергии и так далее. В принципе, он в пати очень сильный, так же самое. Очень мощный дамаг, и баф он дает там на дамаг. Скалибур обычный, универсальный варфрейм, так же самое, как и пишут нам. Идеальный баланс. Самый первый, самый сбалансированный, наверное. Варфрейм для новичка вообще топ. Что еще хотелось сказать? Экскалибур Умбро дается за квест жертва. Очень сильный по сравнению с обычным Экскалибуром, потому что на нем стоят Умбра моды, и у него есть Скаяти, но на данном этапе у меня тут я ставил Драгон Никану. Можно поставить Скаяти и поставить Умбра моды, а можно поставить Драгон Никану или Никану или Prime версию и поставить на нее моды Умбра. Моды Умбра даются за прохождение квеста жертва, так же само, как и дается сам Warframe.
или правильнее сказать, дается Warframe Umbra. Очень шикарнейший квест жертва, кто не прошел, советую его пройти, очень интересный. Плюс дается Warframe и моды умбровские, которые бешено сильные, если их еще прокачать, потому что нужно много денег, кредитов и обычных. Так, Umbra топ выглядит, ну это я уже его подкастомизировал немного, но в принципе это Umbra уникальный. Эмбер, огненный Warframe, хорош практически везде. Это мое мнение, не знаю, в принципе, я считаю, что она хороша везде, как и на обороне, так и на выживании. Все зависит опять же от модов, от билдов. Это теногеновский скин на ней стоит, просто шикарно выглядит, как по мне. Просто топ. Шикардос. Приятно глазу. Что, у меня Эш еще. Еще есть Эш. Эш. Это ниндзя. Это идеально. Мне он тоже очень нравится. Эш. Обычный Эш. Очень хорош. Ульта просто шикарнейшая. Ульта. Одна из, наверное, сильных, которых есть в игре, ульт сносит любого. Если еще правильно билды поставить на него, моды, ульта режет как минимум половину жизни, а то и всю. Плюс невидимость, плюс теневые шурикены, но это такие. Тут в основном ульта играет роль у Эша. Почему он, наверное, всем нравится, это его ульта прикольная. Он захватываешь цели, чик-чик-чик-чик, там, сколько ты их захватишь, сколько у тебя есть маны. И он нажимаешь кнопочку, и он всех выносит. Кого увидел, кого зацепил. Может 10, может больше. Появился у нас недавно Барук. Атлас, это уже Ивара у меня еще. Вуконга, Коры, Миссы, новые. Тринка обычная, Харо. Титания, нужно делать квест, Эквинокс. Я думаю, что Хрому тяжело делать. Не, пацаны, Эквинокс, наверное, тяжелее сделать, чем Хрому. Дневная форма, ночная форма, ну и так далее. Ну что, над этим буду я с вами прощаться, пацаны. С вами был Сабо, не забываем поставить лайк. И всем благодарочка и спасибо, кто был со мной на стриме. Спасибо за поддержку, спасибо за игру всем, кто со мной сегодня играл. И всем до новых встреч, всем всего хорошего, доброй ночи, доброго времени суток, до встречи на канале и всем пока-пока, пацаны.